Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать новый ритуал. Чистка закольцовок. Когда вы останавливаетесь, ходите по кругу или просто топчетесь на одном месте, образно говоря, топчетесь, не знаете, куда идти, что делать, не знаете свое предназначение, потому что вы часто об этом мне рассказываете. Просите помощи. Все ваши просьбы о помощи и запись на консультацию, пожалуйста, пишите мне в WhatsApp, Viber, Telegram. Только SMS, друзья, не звоните мне, пожалуйста. Я отвечаю всем. Консультация моя платная. Все бесплатные ритуалы на моем канале. Сегодня, пожалуйста, смотрите. Высшие силы вам помогают через меня. Благодарю вас за комментарии. Читаю ваши комментарии. Благодарю вас. Интересно читать. А сегодня мы чистим вместе с вами, потому что мы уже в ритуале. Подключаться специально не нужно. Все мои ритуалы работают сразу же. Как только вы зашли на мой канал и включили видео, сразу включается мой ритуал. Включается энергетика ритуала, друзья. Я помогаю пострадавшим. Высшие силы за вами наблюдают, вы слышат ваши просьбы, потому что очень часто вы просите, и вы не понимаете, услышали высшие силы вас или нет, потому что те просьбы, которые вы просите, о чем-то вы просите, не сразу выполняются или не сразу приходят ответы на ваши вопросы, которые вы задаете высшим силам, или вы молитесь, или вы мантры читаете, или вы заговоры читаете у кого-то из книжек, или у кого-то смотрите ритуалы чистящие. Я сегодня хочу вам помочь, друзья. Все мои ритуалы – это вспомогательные средства, но очень часто вы мне пишете, что вы находитесь в тяжелой ситуации, и я вам помогаю, или мои ритуалы вам помогают. Да, пожалуйста, пользуйтесь. Так, сейчас я буду сжигать закольцовки. Вы просто смотрите. Вы уже присутствуете. Чистимся. Все мои ритуалы чистящие, друзья. А видите, какой интересный темный круг, какой интересный, да, узор. Вот темный круг, вот с правой стороны внизу, видите, специально ничего не подстраиваю. Сценарий моих ритуалов я не пишу, друзья. Снимаю все мои ритуалы в энергоинформационном потоке, в канале. Высшие силы вам дают помощь через меня, энергию беру. Из пространства, даже закольцовка внизу, видите, колечко такое темненькое. Не специально такая сегодня картинка. Так, работаем. Не волнуйтесь, гаснут свечи, горят, как они горят, трещат, не трещат, это не имеет значения. Руковожу ритуалом я. Энергию для ритуала беру из пространства. Я практик, высшие силы учили меня много лет. Могу разговаривать, могу молчать в своих ритуалах. Все работает.
Голова болит, да? У кого-то болит тяжелая голова. Кто-то курит, дым пускает, да? Кто-то палочки, арома палочки жжет, да? Кого-то горят. Благовоние. Кто-то меня смотрит, у кого-то благовония пахнут. Обрываем, разрываем круг, по которому вы ходите давно, топчетесь на месте, за кольцовки. Разрываем кольца, круги вокруг вас, какие-то восьмерки. А кто-то из вас сам себе закрыл дороги? Каким образом? Сказали, вот пока вот это не произойдет, я туда там не пойду, не буду делать, дальше не двинусь, и вы ждете, когда это произойдет, и уже давно ждете, друзья. Какие-то восьмерки, это кому это относится? Слушайте, кому информация не подходит, не принимайте информацию. Восьмерки какие-то кто-то, я хотела сказать, друзья, когда вы пишете восьмерки на деньги, восьмерка это вообще не о деньгах речь, вообще. Включаются совершенно другие процессы. Долго будете ждать с восьмерками, кто любит восьмерки, кто везде их пишет. Кто-то там в комментариях мне писал восьмерки, друзья. Блокирую сразу всех, кто пишет неблагодарности и не... просто какие-то ваши
ощущения во время просмотра моих ритуалов. А кто пишет какую-то дурню, я сразу блокирую, друзья. Даже не разбираюсь, не читаю, что вы там написали. Не в тему, значит, блокирую. Поэтому пишите в комментариях только благодарности. И только ваши ощущения во время просмотра моих ритуалов. Так, мы работаем, мы в процессе. Поэтому восьмерки, просто что-то... Как-то речь идет о восьмерке. Восьмерка – это не о деньгах, друзья. Кто пишет восьмерки? Номерах телефона, там вы пишете, выбираете номер телефона с восьмерками и так далее. Долго будете ждать. Процессы изменения в вашей жизни, улучшения в вашей жизни. Будете топтаться на месте. Но это не только о восьмерках. Есть много разных. Разных заблуждений, которые вы применяете в своей жизни, друзья. Поэтому знаки, какие-то значочки, какие-то крючочки, браслетики, руны опять же вы пишете, да? Как будто бы на привлечение чего-то хорошего, на деньги, конечно, все хотят что-то привлечь, деньги. В первую очередь, друзья, да? Но не у всех получается так. Выходим из закольцовок. Легче становится, да? По самочувствию становится легче. Вы уже даже в моих ритуалах чувствуете, как они работают, по вашим ощущениям. Даже ваша чувствительность и ваши ощущения во время просмотра моих ритуалов тоже разные. И вы чувствуете, как вам становится лучше и легче. Но все мои ритуалы работают даже после окончания ритуала, после просмотра. Энергия в вас будет работать еще какое-то время. Поэтому процесс идет еще даже после окончания ритуала. А кто-то себе ставил защиты и закольцевал себя. Защиты рисовали. Пентаграммы в круге, да, и стояли в круге. Не все, кто-то из вас.
Как самочувствие ваше? Лучше, да? У кого-то может быть такое ощущение, как будто бы какие-то круги над головой, да, может быть такое. Или вы раскачиваетесь, или как-то машете руками, или танцуете, может быть такое состояние, как будто бы хочется раскачиваться. Или танцевать, или что-то круглое у вас еще в руках. Кольца, браслеты. Не у всех, друзья, не у всех. Так, сейчас еще такое легкое покачивание после ритуала. Будет какое-то время, поэтому можете досмотреть. Можете два раза просмотреть этот ритуал, или еще другие посмотреть мои ритуалы. В дополнение я вам помогаю, вашу жизнь проживаете вы, высшие силы вам дают помощь через меня. Но вашу жизнь проживаете вы, поэтому хотите чиститься у меня на канале, пожалуйста. Не хотите, вас никто не держит, друзья. Пожалуйста, нравится, пользуйтесь, я разрешаю. Периодически делайте откупы по поводу откупов. Я рассказываю в других своих ритуалах. Периодически делаем откупы. Раз в неделю, раз в две недели, раз в 10 дней. Кому, когда нужно сделать откупы. Я очень часто рассказываю, что такое откупы, зачем они нужны. Потому что в эзотерике и в магии существуют свои правила, друзья. Слушайте мои рекомендации. Потому что я вам рассказываю проверенные методы уже, которые я уже наработала. Друзья, я рада, что вы заходите на мой канал, смотрите мои видео, пишите замечательные благодарности, пишите комментарии. Благодарю вас всех за все. Жду вас на моем канале. До встречи, друзья!